Здравствуйте, я проживаю на село Пресновка, Жамбылский район, Мишкаева Надежда Викторовна, Мишкаевой Маргариты, мама. Я хотела бы ее вернуть назад, потому что здесь она решить хочет меня материнство. Я не пью спиртные напитки, нигде на учете не состою. У меня ребенок отпросился в 6 часов вечера пойти к своей однокласснице. В данное время не успела дойти, за ним менты гонялись, избили ее. Потом позвонили Ковалевой, инспектор по делам несовершеннолетним. Ковалева сказала, что они ее завтра, чтобы, ну, короче, будут забирать ее у меня в детский дом. И они пришли с опекой. У меня продукты все были. Кушать для ребенка все было. И я прошу вас, чтобы вы мне помогли вернуть мою дочь. Потому что она, когда звонит, она плачет, говорит: мама, когда ты меня заберешь домой? Тем более они слагали, что я живу в аварийном состоянии и жить негде. А сейчас у меня квартира благоустроенная, я переезжаю. Поэтому прошу вас, помогите мне забернуть дочь. Пусть они мне привезут ее обратно.